Вот так новость прилетела. И прилетела, как гром с ясного неба. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский направил обращение гендиректору Первого канала Олегу Добродееву с призывом исключить из телепрограмм сцены с объятиями, поцелуями и рукопожатиями участников, сообщает sport.ru. Одним словом, Владимир Жириновский вступил в ряды фанатов, скажем так, любителей фигурного катания. Это какого же масштаба набирает фигурное катание, что политик Жириновский неравнодушен к такому виду спорта? В общем, все строго. Поцелуи отменяются, слюни, сопли, пузыри отменяются, обнимашки соответственно. Учим язык жестов и пытаемся передать эмоции воздушными поцелуями. Американский журналист аж в первых рядах обратился в Международный союз конькобежцев, чтобы пожаловаться на непослушных русских, что нам все равно типа на инфекцию и санитарные нормы. Филипп Херш еще тот скользкий журналист. Знаете, вот мне грустно становится ото всего этого и очень тревожно. Я одно понять не могу. Спортсменов проверяют. Больных же не пустят на старт. В чем же загвоздка? Они обнимаются с тренером. Тренера тоже проверяют. Может, просто скучным всем там наверху стало. Вот они лезут в фигурку. Напишите, мои дорогие подписчики, в комментариях, что вы думаете по этому поводу и почему вдруг появился Жириновский и заинтересовался фигурным катанием.